Сьерра-37, запрашиваю посадку на платформе номер 2. Прием. Понял, Сьерра-37. Даю допуск. Техники уже ждут вас. Прием. Сегодня много народу прибыло. Даже очень. Отряды вызвали отовсюду. Ну, похоже, ситуация с хелгастами обостряется, если поэтому и усиленные меры безопасности. Раз уж вы здесь, я дело пойдет, да? Сюда, сэр. Благодарю. Извините, просто формально. Хм, а я и правда забыл, как меня зовут. Спасибо за подсказку. Увидели оружие на сканере и сразу доступ разрешен. Вольно, рядовой. Пошли дальше. Конечно, очень круто они придумали с водопадом здесь. Прям вот под этой площадью. Все правильно сделал, молодец. Гражданского спасли? Спасли, еще как. Так, давайте туда запускаем им. Кто-нибудь подлетите, да. Ножками вверх. Подлетели. Ой, смотрите, как тут много. Ну-ка. Ну давайте, 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 давайте. Ну, короче, кого-то завалил. Очевидно. Снайпер где-то в западной части. На западной части? Вот это, наверное, снайпер, да? Ну-ка, лови. Так, вот тут еще есть у нас, да? Сейчас, если он покажется... О-о, смотрите, с пулеметом прет. Промахнулся. Видели? Таким импульсом удается... снять вот этот защитный экран. Почему вне зоны досягаемости? У меня, кстати, пулемет там. А это дело хорошее. Пойдем сейчас, дойдем до него. Что-то как-то... как-то уж просто совсем получилось. Ну, не знаю, зачем я беру, но, в общем, мне кажется, стоит взять. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Красота. Так, там что-то еще прилетело. Давайте, наверное, тогда сейчас сразу к ним навстречу. Ой-ой-ой. Бегите, бегите, бегите! Я
адреналинчика выпить. Да, почему нет? Блин, прячется Хелгас, первый раз такой вижу. Двери закрыты, к сожалению. Нам куда вообще идти надо? А, вниз. Куда-то вниз. Тут тоже дверь. Увы, друзья, закрыта. Ну, сейчас я, конечно, им всыплю. Можно спуститься тут по лестнице. Ну, давайте тут. Можно было и в дыру-ту тоже рвануть. Сейчас я посмотрю, сколько здесь чего. Один пакет адреналина у нас с вами еще имеется. Это хорошая новость. Запускаем. Сразу стекла все пробью. Так, кто-то стоит. Так, кто-то там стоял. Уже не стоит. Снова сканируем, потому что, видите, на время всего лишь они получают метки, эти самые. Много. Четверо, да, как минимум. Воу! Нифига себе! С вас пакетик! Как ты цел? Порядок, сэр. Рад вас слышать. Я был на подлете, когда рвануло. Ты был там? Снаружи. Боже, повезло. Обстановка? Центроком потерян. Его взломали. Было несколько атак по всему городу. Ты нам срочно нужен. Понял. Я в пути. Перехожу на первый. Куда-то пушка делать, что ли? А, нет. Смотрите-ка. Три оружия могу с собой таскать теперь. Вместе с этим пулеметом. О, да! Синклер снаружи. Казалось бы, да, минуту назад здесь были, а тут уже даже несколько отрядов. Ой, успели здесь, видите, все расставить. Смотрите, как они работают оперативно. Следственная группа, видимо. Человек в здании. Мы можем их вытащить. Лукас, ты со мной. Я знал, что это должно случиться. Война здесь, на нашей земле. Пришло время действовать. Ты понял? Да, сэр. Сэр, мы перехватили сообщение. Разведка донесла. Это черная рука. Yeah.
Где? Не захотел томиться за стеной? Вы черная рука. Влад Котирот. Вы в огне Хелгана. Найти его. Настал мы пытаемся, сэр. Наш день. И когда вы будете искать виноватых, видите своего отца, соседа, свою мать. Влад. Я говорил им, будет война. Они тянули время. Надо было бить первыми и не давать им шанса. Это кровь на их руках. Ну, по-моему, было понятно, что будет война уже тогда, когда они решили сюда пригласить этих хелгастов. Что-то в транспортной системе. Они сделали из поездов ракеты. Гони на станцию, мы их там перехватим. Маршрут 549-71. У нас 3 угнанных транспорта. Есть источники тепла. Там могут быть гражданские. Давай туда и останови эти поезда. Пошел! Пошел! Так, но мы тут еще рядом с путями находимся. Поэтому, конечно, поаккуратнее здесь нам нужно быть. Сразу просканируем. Ну, поблизости никого нет. А вон впереди у нас лестница. Успею ли я до нее добежать сразу? Да я думаю, что успею. Что-то бежать-то. Бег-то быстрый. А пауза достаточно большая. Так, ждем. Снова сканируем. А, вот тут уже, смотрите, тут... Давайте-ка сейчас так вот, наверное, сделаем. Давай. Он здесь очень быстро спустился. Но ничего страшного. Сейчас мы его подобьем. Живой еще? Нет. Долго не продержался. Так что, это все получается? Неужели больше нет хилгастов? Похоже, что да. Так, я прибыл, по-моему, да, то самое место. Давай, 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 добивай. Отлично. Пусть там бот проверит. Никого нет. Значит, и мы сюда. Как-то никого нет. Почему он не стрелял? Нам нужна помощь. Красота! Быстрее, 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 быстрее! О, да. Блин, успел, гаденыш. В линию, в линию, в линию! Молодцы. Пусть пока взламывает, а мы с вами проверим, что тут есть еще. Больше ничего нет. Штаб, это 1-8. Поезд зачищен. Противник уничтожен. Понял вас. Ждите новую информацию. Нет, мы не можем ждать. Назовите себя. Это Синклер. Келлан, ты на связи? Слушаю. Ситуация по-прежнему напряженная. Они тут по всему вокзалу. Пробивайся. Мы должны остановить их. Вас понял. Сэр, мы эвакуируем людей со стадиона, но народу слишком много. Это займет не менее 45 минут. Плевать мне, сколько времени это займет. Уведите их оттуда. Блин, адреналин показывали где-то здесь. Секунду. Это где такое? Выскочило. Сейчас я, пожалуй, еще пробегу сюда, прям на выход. Ну и теперь посмотрим. Где ж... вражеские боты! Смотрите, какие они умные. Ну хорошо, пусть следующий. Есть еще третий где-то. Сейчас прилетит. И может быть даже не только боты здесь.
будут сейчас. Ну, пока вижу только бота. Одного, который... Скорее всего, застрял. Да, застрял. Ух ты. Это все? Ну, похоже, что да. Блин, а с этим что делать? И вообще, где следующий поезд? Ух ты, батюшки. Считайте, наверх надо подниматься. Ладно, я наверх. Если этот бот раздуплится, я его подобью. Воу, щит! Не увидел его. Здорово. Так, еще, по-моему, да, выше они хотят, чтобы я поднимался. Далековато для бота они стоят. Так, вот этот мне уже не нравится. Все. Наконец-то. Можно еще выше подняться. И, может быть, стоило это сразу сделать. Так, смотрим здесь. Сканируем. Здесь все чисто. Да неужели? Тут пролезть не сможем. А вот здесь, смотрите-ка, сможем. Здорово. Тихо! Остались ты и я. Двое, да, здесь только было? Не в ту сторону, к сожалению, был развернут. Поэтому не смог нож метнуть. Пойду проверю. Хвост. Мне кажется, поезд тут зачищен. Кто-то есть еще. А, нет. Третий поезд на нижней восточной платформе. Противник занял оборонительную позицию вокруг него. Поступает сообщение о мощнейшем взрыве на Рэдвист Плаза. Здесь очень много жертв. Трупы просто повсюду. Направьте персонал штаба к огневым группам. Пусть наладят круговую оборону. Я еще ищу адреналин тем временем. Ракеты, значит, здесь еще у нас имеются. Ну, давайте найдем. Давайте найдем ракету.